Мисс Мир Майти из Лавайорн демонстрирует свою тугую попку в крошечном розовом бикини, позируя для селфи в причудливых пламенных оттенках во время одиночной блокировки. И Самира Могучая вспоминала в солнечные дни в четверг, когда она делилась сексуальной съемкой своей позы в саду на своей странице в Инстаграм. 23-летняя звезда Love Island устроила шторм для камеры, надела пару причудливых оранжевых пламенных оттенков, впитывая лучи. Самира соскользнула в ярко-розовое бикини с завязками на шее и сочеталась с парой коралловых низов с высокой талией для селфи. Звезда реальности носила свои вороньи локоны в струящихся волнах, подчеркивая сияющий цвет лица мягкими штрихами макияжа. Оплакивая текущую плохую погоду, она написала в подписи «Разрешите молнии человека». Урк. В начале недели Самира еще раз удивилась в крошечном неоновом зеленом бикини, чтобы сделать череду ярких фотографий, и сказала, что еще можно сделать. Самира показала свою ошеломляющую фигуру в скудном бикини с воротником, когда она стояла перед зеркалом. Сочетая струнное бикини с кроссовками, шляпой с ведром и шторами, великолепная звезда сделала серию поз в своей ванной, когда она отдохнула от принятия солнечных ванн. Накануне Самира позировала в другом крошечном зеленом бикини, когда она впитывала солнце на улице. «Угу, еще здесь», — подписала она знойные фотографии. Самира присоединилась к приятелю Айлендеру Монтане Брауну и 170 000 человек, которые зарегистрировались в качестве добровольцев NHS во время блокировки коронавируса. Самира, которая живет сама по себе, сказала в прошлом месяце, «Я зарегистрировалась как волонтер, очевидно, я не могу водить машину, но вы можете зарегистрироваться и пообщаться с людьми, которые находятся в изоляции, или с кем-то, кто находится в изоляции. Самостоятельно. Я живу один и нахожусь в одиночестве, поэтому я знаю, что иногда это действительно одиноко и немного тяжело, очень приятно помогать людям, и поэтому я тоже это сделал». В добавлении, это действительно трудно с тем, что происходит в мире, многие люди борются, в том числе и я. Я думаю, это было бы очень приятно, если бы ты мог. Если вы можете, было бы здорово, если бы вы могли стать волонтером. Вы бы чувствовали себя намного лучше о себе и помогать другим. Вы также можете помочь спасти жизни людей, потому что одиночество в одиночестве нехорошо, особенно для тех, у кого проблемы с психическим здоровьем, и просто общие, если вы сами, поэтому, если можете, зарегистрируйтесь и помогите снова исцелить мир. Самира прославилась на популярном шоу знакомств ITV2 «Остров любви» и нашла любовь с Фрэнки Фастером. Звезда драматически покинула виллу, чтобы быть с ее кавалером, только для того, чтобы обмануть обвинение, чтобы всплыть в течение нескольких недель, оставляя ее разбитым сердцем.